Всем здравствуйте. Вот собрались мы на Алтай, как обещали, сделать ролики, фотографии. Вот мы три кандидата едем на разведку. Автобан номер два. Настроение среднее. Настроение среднее, погода дерьмовая. Вот, едем на самолет. 22 июля сегодня, да? Июня. Июня. Целый месяц ошибся. Прости меня, ну. Вот. И ролики будем снимать коротко. Более так информативно и коротко. Много длинные они не будут. Вот. И скажем так, вот приедем в аэропорт, снимем маленький ролик, что приехали на самолет и так далее. Вот. Сказать мне больше нечего. Приятного просмотра. Чек. Приехали на аэропорт. Или в аэропорт. Или на аэропорт. Германия, Дюссельдорф. Германия, Дюссельдорф. И как всегда, не скучно. Да-да-да. Лейзер проходит, просвечивают их, короче, как на зоне. Так, тихо. Сейчас еще раз заснимем, подожди-ка. Хоба, смотрите, что там происходит. Хобана, просканировали их. Шок, я боюсь. Мне кажется, что подогнали автобус, последняя проверка на самолет. Спереди колесо застряло, она не может приподнять чуть-чуть. Вот, блин, для ног же давить специально, что с разгона. Пойдет с разгона, пробьет. Самолетик, на котором мы летим, Оренбургская авиакомпания. Вот автобус, на котором мы приехали, Денчик. Ничего не слышно. Фотик, вырубай, ничего не слышно. Кинь комментарий. Нету комментариев. Полетели. Ну что, заходим. Двигаемся по самолету, ищем свое место. Все, ребятки, мы вылетаем. Поднимаемся. В окно. Вот такую красивую цветную дорожку не успел заснять. Ну, сейчас будем взлетать, заснимем. Офигеть.
над каким-то морем или озером. Вся коллекция, слушай. Грешники жрут рыбу. Это рыбу. Вовка тоже жрет рыбу. А куда деваться? Жрем рыбу. Это наша хавка сегодня. Лучше съесть рыбу, чем тут вот этот, что ты показал. Бутерброд. Вот это, да. Сейчас мы посмотрим вообще, что тут у нас приготовили. Блин, что-то не открывается. Вова, ты как свою эту открыл? Открой-ка. То я одной рукой трудно. Во. Так. Пожалуйста, никто не ни кружечка не сует. Нет, уже лишний. Так. Дрессинг. Это для салата. Для салата печенька. Бутеркекс. С сахаром. Так. Ох ты, даже немецкая хавка у нас. Роган фолькорнброт. Понятно, ну-ка. А салатика вообще, чтобы не пережрали. А то, блин, переедим еще это. Много. Ну-ка, давай покажи, какая рыба вообще. Ну-ка, пахнет? Не знаю, что-то не очень как бы это. Не первая свежесть. Не знаю, да-да. Вот такая вот. Еще и шпинат. Шпинат тут, морковочка тут. Короче, все как положено, нормально. Вегетарианского нету, короче, нас обломали. Утром не жрал, придется жрать рыбу. Вот моя рыба. Вот так вот. Это тоже обжора рыбу кушает. Она даже не открывается, она заклеенная. Все, приятного аппетита. Еще 2 часа лететь. Немножко устали, опять пожрали. Рыбу больше не дали. Это жвачки, это книжка другая. Да. Книжку испортили. Ну-ка давай название книжки. Быстро, быстро, быстро. Паша, быстро название книжки. Быстро. Быстро сюда. Людям интересно, что ты там зачитаешь. Так. Встреча с Кощеем Бессмертным. Во. Вот это да. Вова, комментарий. Как вы себя чувствуете? Прекрасно. Ага, понятно. А вы, господин, как себя чувствуете, ваша светлость? Я лучше всех. Да? Ну. Слава Яхве. Все, пока. Настроение нормальное. Ночь в самолете. О, как светло. Настроение все. Настроение нормальное. Давайте заснимем туда. Чик. Вот так вот. Мы потихоньку приземляемся. Короче, самолет пошел на снижение. Залаживает уши. Заглаживает, а не залаживает. Залаживает? Карает залаживать или закладывать? Большая. Лажу какую-то. Заклад какой-то. Выключили свет. Идем на посадку. Тишина громовая. Ура! Прилетели. Welcome to. Приехали. Мы дома. Да здравствуй, мама Раша. На родине, можно сказать. Welcome in Барнаул. Фотографироваться нельзя. Все? Улица есть. Приехали. Атмосфера нормальная. Все круто. Вовка пить хочет. После такого полета, почему мне... Представьте, это все водяра. Кто о чем думает? Мы сейчас взяли машину. Машину нам где-то в 2 часа подгонят. Сядем на машину и поедем в Топольное. Там мы взяли домик. Или что там было? Домик? Хатка какая-то. Ну, короче, комната. Комната по-любому. Вот, комната там на 4 человек, что ли. Ну, на 3 мы взяли пока месь. А если 3-й и 4-й подтянется, то как бы тоже места будет хватать. Как бы найдут.
Вот так вот. Да, ну, в данный момент мы находимся в зале ожидания. Смотрите, какой большой зал, мы всего лишь втроем. В аэропорту, если что. Да, вот. Аэропорт Барнаул. И вот ждем. Там должны быть пару человек еще там. Видите, на фоне. И все. Сейчас они пройдут. Пройдут, и мы пойдем уже на выход. Сколько сейчас вообще время? Когда сейчас придет машина-то? Полночь. А мы сидим, купуем. Час? Час, час? Час. Сейчас ровно час? Ну да, час где-то пока. Час. Вот. Значит, через час придет машина, так что мы еще и не опоздаем. Вот так вот. Как получим машину, покажем еще машину, какую получим. Тойоту корову. Посмотрим, в каком у нас состоянии. А машина стоит 16 евро, получается. Ой, нет, 20 евро в сутки, да? Так? 20 евро в сутки стоит. И в сутки, как бы, мы на 14 или 13 дней взяли. И в сутки разрешается... 300 километров. 300 километров, да, как бы в сутки. За лишний километр там 5 рублей, да? Да. Вот так вот. Ну, в принципе, недорого. Может быть, для здешних цен дорого, нам так пойдет. Мы еще скидываемся толпой, поэтому все нормально. А мы все ждем. Уже час, больше часа дождем. Уже больше часа ждем. Хозяин на машину пригнал, наверное, стоит нас. Ждет, надеемся, что дождется, не уедет. Замок в аэропорту. Совет. Тут гладко, тут не гладко. Убитая. Так, вот она вся. Поцарапанная, везде мятая, все углы мятые. Так, тут сбоку вроде ничего выглядит. Мятин вроде сильно нету, вот здесь я немножко битая, как видите. Да-да, панелька эта разбитая, ну и так далее. Ну все вроде бы. И крыша нормальная. И все.